Всем привет! Я рада приветствовать вас у меня на кухне. Сегодня мы с вами готовим сыр Филадельфия в домашних условиях. Это просто, это быстро, это дешевле, чем в магазине, и очень вкусно. Так, что нам понадобится? Хорошая сметана, у меня 21% жирности. Йогурт, конечно, надо, если у вас будет йогурт 10%, значит, можно сливок не добавлять. У меня йогурт не сильно жирный, поэтому я добавлю немножко жирных сливок. Пакет сметаны. Так, открываем йогурт. Пятьдесят грамм жирных сливок. Так как я уже сказала, что у меня йогурт не сильно жирный. 50 грамм. Так, перемешиваем нашу массу. Добавляем чайную ложку лимонного сока. Только без косточек. И щепотку соли. Всю массу хорошо перемешиваем. Так, дальше. Мисочка и сотейник любой или друшлаг берем. Марля в 4 слоя. И выливаем нашу массу. Так, накрываем. Ставим небольшой гнет и в холодильник на сутки. Прошли сутки. Вот что получается. Комочек. Посмотрите, какой красивый. Сейчас мы с вами развернем и увидим наш сыр. Смотрите, какой нежный, красивый, ароматный, очень с интересной такой текстурой. Я думаю, намного лучше, чем в магазине. Сейчас я попробую. В нем есть нежная кислинка. И какой же он ароматный и нежный. Вкуснее магазинного, не знаю, в 100 раз. Здесь нет стабилизаторов, улучшителей вкуса, консервантов. Только натуральные продукты. Это очень вкусно. Приятного аппетита!